Цербер, поздравляем вас с победой. Очень красивый был гол в вашем исполнении. Показалось с трибуны, что вы после гола показали руками, вроде как, да, я забил, но я как-то праздновать не буду. Так это было или не совсем? Да, это было так. Я играл в 10 клубах, и из этих 10 клубов я для себя решил, что голы трем командам я не буду праздновать, и не все один из них. Я здесь провел хороший год. Вот, и до сих пор общаюсь с многими, с болельщиками, с игроками и бывшими игроками. Это очень теплые слова, и вот в адрес Енисея. Расскажите, пожалуйста, какие еще два клуба, помимо Енисея, удостоились такой чести? И все-таки почему? Вот почему именно эти три клуба? Ну, Анжи и ЦСКА Москва. А подскажите, родное поле, такая родная команда, это тяжелее играть против них или легче? Вот с одной стороны, кажется, что поле, которое вы знаете, стадион, который вы знаете, ребята, наверное, многих еще помните и знаете, вроде бы должно быть легче, но, возможно, психологически тяжелее. Как это для вас ситуация выглядит? Для меня каждая игра обычная, честно, я уже, видимо, на опыте. Вот. Просто я рад был вернуться в Красноярск и рад был всех увидеть. Несколько человек за кадром вот спрашивали, скучаете ли по Красноярску. Что ответите им? Честно, я иногда скучаю по Красноярску. У меня осталось много друзей здесь, не только футболист. Вот. Поэтому рад всегда вернуться. Спасибо большое, поздравляем с победой!